На газоне вдоль улицы Горького и на набережной появились цветы. Укрепили участок набережной вдоль санатория «Русь». Временное заграждение не устояло под ветрами. Заместитель главы города Анжелика Бузунова поставила задачу ускорить установку капитального ограждения. Также на контроле у Сергея Сергеева замена секции на высоком берегу. Часть пришла в негодность из-за морского воздуха и ветра. Их необходимо менять, часть нужно покрасить. Сейчас работы идут полным ходом. Только заменить планируется около километра ограждения. Мы уже на сегодняшний день заменили 190 ограждений и заменили 200 колпаков. 300 мы заменим еще колпаков и 200 пролетов ограждения. Но на самом деле этого недостаточно. Мы будем этим заниматься и дальше. Но до 1 мая у нас такие планы. Анжелика Бузунова отметила, что новая зона отдыха на Тургенева получилась удачной. Проект предложили городские активисты, реализовали коммунальные службы. Процесс выявления и устранения недостатков непрерывный. Есть много участков, где можно высадить деревья. Часть урн требует замены. Где-то починили скамейку, но не покрасили. Важна каждая мелочь, не говоря уже о чистоте улиц. С понедельника, с 3 апреля, начинаете мыть площадь и набережную. По словам заместителя главы, темп подготовки к предстоящему сезону в этом году взяли достаточно высокий. Во многом благодаря участию неравнодушных анапчан. 8 числа у нас всекубанский субботник на территории нашего края. И мы приглашаем, вот пользуясь случаем, я приглашаю всех предприятия, сотрудники предприятий, руководители, пожалуйста, выходите на субботник, давайте приведем наш город в порядок, чтобы он стал еще краше и привлекательнее для нас с вами и для гостей наших. Завершить подготовку к летнему сезону планируется к началу мая.